Всех приветствую! Кто еще не знает, 2 месяца назад я запустил новую рубрику, в которой я с братом выживаю в бутылке. С тех пор через многое я прошел. Прямо сейчас написал ОГЭ по-русскому, все задания, все сделал. Надеюсь, только на 4 или 5. Ах, нихера себе! И сегодня мы готовы продолжить начатое. Наверняка вы помните, что в первой части мы потерпели неудачи. Ошалеть! Еще не но было решено, что прогресс нужно восстановить, будто бы ничего и не было. Вон он. Согласен, это немного нечестно, но за 2 месяца мы успели потерять карту и скачали ее еще раз. Такие вот дела. А теперь я желаю каждому приятного просмотра, а также и аппетита, если вы кушаете. Спасибо. Че, ну это, ну как бы М. Че? Ну вот и настал тот самый день, когда мы во второй раз будем играть в бутылки вместе с братом. Мы будем продолжать. Что за мразь орёт? Подожди. Сейчас. Ой, он же меня сейчас толкнет. О чем я думаю? Ну что, Слава, расскажи, что мы успели тут исправить? Короче, у нас есть теперь броня, те самые пластинки. Сейчас, кстати, сделаю эту бандулину, чтобы музычка играла такая. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Вот. Как она делается, я забыл. Кстати, в прошлом ролике вы заметили, что мы попытались ввести гейм-мод 1. Да, у нас были включены читы, но в этот раз сейчас они не включены, и ни при каких обстоятельствах мы не сможем воспользоваться командой. Какие, Слава, у нас теперь планы на эту серию, Слава? Не сдохнуть, вот. Как оказалось, есть еще куча других бутылок, и мы на самом деле видим только самую малую часть. Поэтому, ну, попытаемся максимум выжить из того, что сегодня получится. Опа, как повезло сегодня. Этот ролик записан в формате 2:1. Если вы смотрите с компьютера, обязательно посмотрите на своем телефоне. Мне кажется, вам понравится. Вот это ты, конечно, тут придумал. На самом деле выглядит... Ну, не сдохнуть. Нам бы спуститься, кстати, еще вон туда. Мы там даже в первой серии вроде как не были, да? Мы не были. Достроиться до вот этой светящейся пробки на таком же уровне, на каком сейчас мы стоим. Готов музычку послушать? Давай, я готов. С авторскими правами. Вот это вопрос другой же. Лучше вот это. Так, ну что ж, музыка полетела, уже нет, какое-то еще развитие, что-то новое. Камень надо, вот камень так надо. Так вот, у меня 47, лови, я тут пока застраиваю, покопаю. Застраиваю, мосты делай. Куда? Куда? Корова! Что у тебя там происходит? Корова вышла, тварина! Ах ты, мразь, она сдохнет, паразит. Краски нам еда нужна. Пожалуйста, тут с ней. Дорю. Ой, какая хорошая надпись. Чего? Тварь. Корова убежала, мразота, ну ладно. Все, Влад, дай мне больше блоков. Блоки есть. На, булыжники я тебе. Вот. И вот я снова копаю камни. Есть хотелось во всех реальностях, но из еды был только стык в Майнкрафте. И потом снова райское наслаждение. Меня просто уже бесит то, что мои блоки сгорают здесь. Можно как-то это исправить? У меня блоки сгорают. А как это по-твоему можно исправить? А как это исправить? Я не знаю, вот так что ли поставить? Как-нибудь. Ну вот сейчас уже получше, да. Я просто блок поставил. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, вот да, кстати, действительно, вот таким образом даже и не умрешь. Да, даже если крипер подойдет. Не спрашивайте меня, почему у меня так мало жизни. Слава! Ты где? Я снова копал камень, проверил другие бутылки, а тем временем наступила ночь. Офигеть! А как он там оказался? Давай сейчас его завалю, подожди. Отходи, отходи, он меня не видит. Я его убил, нормально. Боже, я уже насерил. У меня есть 1 хп только, Слав. Да в чем проблема просто вот так вот сделать? Вот. Ты... О, господи, зачем? А теперь у меня 2 сердечки. В чем была проблема с прыгнуть, придурочек? Какой ужас. Вещи-то я подобрал, но другие бутылки до сих пор нас ждут. Наконец-таки мы начали строиться к одной из них. Вода помогла Славе спуститься, а мне лестница. В этой бутылке был ад, в котором был свина зомби, а неподалеку к нему был его спавнер. Мы не стали его трогать, добыли Незерита и пошли обратно. Нет, тут ничего, короче, сваливай отсюда, скучно я бьем. Отходи. О, нормально. Они сейчас за нами пойдут. Дурачок. А где лестница, алло? Где я ты не знаю, где она, у меня хп мало, стройся просто вверх. Слушай, а можно же обсидиан сделать, да, из лавы? Наверное, потом я не знаю. Тогда можно потом... Да, пофиг, пока что забьем на этот, все равно там ничего интересного нет, там негде развиваться. А, вон там вот, криперов много, скелетов и паук. Ой-ой-ой, что... жесть. Не иди туда, не надо идти, ты с ума сошел? Одно сердечко. Вот я о том же, не надо туда идти лишний раз. А пока мы ждем утра, напомню, что у Славы также есть Twitch, на котором он часто ведет трансляции, ну и YouTube канал. Все шло хорошо до тех пор, пока.
Тут опыт летает твой. Что, не трогай ничего. Опа! Я аж собака тут залаяла. Собака больная, гавкает. И вот утро наступило. Мы решили, что нужно построить защитную стену в соседних бутылках, а затем и вовсе добраться до той, в которой был песок. Немного времени на добычу булыжников, и вот мы готовы. Ну, полетели. Чем будем строиться? Булыжником, да? Я давай, давай. Тем временем мы уже достроились, Назарита немножечко поставим. Подожди, меня, без меня не заходи, пожалуйста. Окей, без проблем. Самый идеальный вход. Да. Как это, тут будет что-то секретное или типа... Не знаю. О, губка есть, губка есть. Напомню, что с помощью губки мы можем извлечь воду, точнее не извлечь, а просто ее убрать нахрен. Добывай пока что все отсюда. Окей, оказывается, у меня все это время была алмазная лопата, я и не пользовался, ну ладно. Все, прям пустую бутылку сделаем. Губку я тоже возьму с собой, она понадобится. Я заметил, что внизу есть что-то подозрительное. Решили спуститься, в итоге ничего не нашли. Очень жаль. Возвращаясь наверх, уже успел пойти дождь. Дождь начался. Там бутылка с деревней, слышь? А, это там, что ли? Хрена себе, там ведьма уже стоит, нас поджидает. Мы поставили себе цель попасть вон на ту бутылку, потому что там как-то интереснее, мне кажется. Это будет, так скажем, символично для этой серии. Так что я буду добывать как можно больше булыжника, чтобы туда дойти. Я переживал разные крики своей маленькой сестры. Поэтому я беру все булыжники. Поэтому сейчас я озвучиваю это. Утро наступило, и пора взяться за главное дело — достроиться этой деревни. За ночь я добыл очень много булыжников, и, собравшись, уже направляемся прямо к цели. Так, нам бы как-то по диагонали, получается, надо, да? Я не буду все-таки рисковать. Так, ну да, все, в принципе, уже можно и лесенку строить. Блин, ребят, на самом деле, очень захватывает дух, когда строишься вот просто на вот такой вот бездне. У нас фактически одна попытка. И какие гей-мод! Ой-ой-ой, зомби-житель меня уже встречает, кстати. Сдохни! Видишь, как я его чпокнул? Я надеюсь, жители тут не все сдохли. Ой, как же много пшеницы! Я сейчас тебе семена дам. Ну-ка, здесь что? О, хорош. Чисто для зомбарей будет. Дай-ка мне один железный меч. Спасибо. Ну все, тут вообще уже пустота, слышь? Кстати говоря, в самом верху я вижу пробку, которой по-любому, наверное, есть сундук. Я полетел смотреть. Значит, здесь у нас, похоже, ничего нет. А, опять же, это не судьба. Ну, я иду к тебе. Я сейчас переместился в дом, и вы заметили, что потемнело резко, я скажу сразу. Перепроверил запись, все оказалось нормально. Здесь что-то взорвалось, тут зомби. Там нас на улице еще поджидает крипер, пока я тут прятался. Откуда он выйдет, не знаю. Вот он, раз, оп. Так. Я тут домик поставил. Ё-моё, у меня тут скелет с луком зачаренным. Вот это я сейчас не ожидал. Так, все, убил. Блин, жалко, что лук не выпал. Было бы идеально. Ой, у меня крипер взорвался. У меня тут жесткая битва. Воу, просто обосраться. Я просто предлагаю на спавнить. У меня снова взорвался крипер. Я сейчас вошел в дом, в котором крипер был. Просто обосрался. Я просто представляю эту ситуацию. Ты такой заходишь в дом, чтобы спрятаться, а там крипер стоит. Ой, это крипер. Раз. Ну, чтобы это не напугал при выходе. Нет, не взрывайся. Он взорвался, черт. Маленький зомби. Надо меткость подрубать максимально. Еще паук. Еще там зомби стучится на улицу. Факел в руки. Апокалипсис, сверху падает крипер. Что происходит? Они сейчас взорвутся. Уже начинается утро, и уже скоро они все помрут от того, что просто, ну, не смогут больше жить на солнце. Я пока бью зомби, тут меня целится два снайпера. Еще зомби полностью в золотом сете, откуда ни возьмись, попадается. Так, зомби, здорово, зомби пытается сломать мою дверь. Все горят. И это меня более чем радует. Наконец-то они все подохнут. Ну-ка, давайте посмотрим на это зрелище. Про три крипера! Откуда бы? Да, там на одном острове было там... Офигеть! Подожди, я хочу, чтобы взорвался крипер. Ё-мо, как это эпично выглядит! Закрываю, короче, проходы. Надо с едой как-то разобраться, потому что... У меня как раз 13 гниной плоти, могу дать, если хочешь. Нахер оно мне надо? Не знаю. Все-таки это наше родное место, я не знаю насчет деревни, потому что там... Деревню надо... в жопу ее вообще. Да, там свет надо расставлять, а у нас тут уже все есть. Мы добрались до деревни, сделали все, что хотели. В следующей серии мы добудем много булыжников и попробуем все-таки достучаться до вон той вот бутылки зеленой. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик. Подписывайтесь на меня на Twitch Slava YouTube канал. Совсем скоро я, наверное, все-таки создам телеграм канал, а если он уже создан, то по ссылке в описании можете на него также подписаться. Всем пока!